Сейчас самый сезон заготовок. И вот еще один рецепт в вашу копилочку. Прекрасная альтернатива традиционной квашеной капусте. Капустка по этому рецепту получается хрустящей и очень ароматной. Такую капусту очень вкусно подавать к мясу. В этом рецепте, при желании, можно не использовать уксус, а просто залить капусту рассолом. Тогда получится почти квашеная капуста со сливами. Только в этом случае храните ее в прохладном месте. 1. Сливу разрежьте до косточки с одной стороны. Затем бланшируйте 1 минуту. 2. Капусту нашинкуйте. 3. Бланшируйте 3 минуты. 4. Смешайте все ингредиенты для рассола, вскипятите. В стерилизованные банки уложите капусту со сливами, по 2 штукам, на банку, и залейте рассолом. Закройте крышками. 5. Подавайте капусту, полив растительным маслом. Приятного аппетита!